Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как обойти защиту счетчика тонера на МФУ DCP-7057R. Сейчас я просто включил аппарат, и он тут же, как вы видите, выдает сообщение «Замените тонер». Что здесь нужно делать? В других видеоинструкциях вы увидите сложные способы где-то что-то вставлять, какие-то пружинки снимать, где-то что-то отверткой внутри нажимать там три раза и так далее. То есть это очень какие-то извращенные способы и очень сложные. Есть гораздо более простой способ, которым вам не потребуется ничего нигде открывать, никуда лезть, не дай бог ничего не повредите. Вот. Для этого достаточно нажать три кнопки на лицевой панели. Давайте это проделаем с вами. Старт, стоп, отмена задания. Еще раз. Старт, стоп, отмена задания. После этого ваш принтер, как вы видите на экране, готов к работе. Данная разблокировка защиты действует буквально несколько минут. Давайте сейчас напечатаем и убедимся, что принтер печатает. Только что он показывал, что тонер закончился, невозможно печать. А сейчас он уже спокойно все печатает. Итак, запомните. Нажмите на кнопки «Старт», «Стоп», «Отмена задания». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.